Привет всем! Сегодня у нас в обзоре две мышки Logitech M170 и B170. На самом деле, к сожалению, мало кто знает, что эти мышки практически ничем не отличаются, кроме как только цветом. Да, именно цветом. Итак, это действительно мышки, которые я бы порекомендовал каждому из вас, потому что стоят они относительно недорого, в пределах 700 рублей, смотря где вы будете покупать, но служат, несмотря на свою относительно недорогую стоимость, они верой и правдой довольно долго. Например, вот точно такая модель M170, мы видим, как сверху она серенькая, по бокам черная, и она прослужила мне уже практически полтора года, и до сих пор она отлично работает. И после того, как я понял, что эта мышь меня устраивает целиком и полностью во всем, я решил купить еще одну. Итак, мы поговорим о Logitech M170 и Logitech B170. Прежде всего, хотелось бы поговорить о ее форме. Обтекаемая форма очень удобная, эргономичная, она очень комфортно и удобно сидит в руке. Да, я думаю, со светом будет лучше, уже несмотря на то, что практически 7 часов, но уже за окном темно, так что, я думаю, со светом будет намного лучше. Итак, мы поговорим о форме. Да, вот как мы видим здесь, конечно, от пользования уже вот эта матовая часть блестит, но поверьте, все действительно отлично работает и никакого двойного клика нет. То есть никаких проблем нет. Я, кстати, покупал в интернет-магазине Мистер Курткин. Там у них есть подфилиал Мистер Кот, насколько я знаю, это на Авито также можно сказать. Там доставка намного проще и дешевле. Итак, давайте посмотрим внутрь. Во-первых, этот адаптер всегда можно убрать в непосредственно вот такое отделение. И, соответственно, все легко и просто. Если вам нужно куда-то бросить в карман, все сюда запаковали и пошли. Работает это все от одной батарейки. Кстати, батарейки действительно хватает на очень-очень долгое время. То есть потребление минимальное, я бы сказал, в данной мышке. Сделано все очень качественно, материалы приятные на ощупь. Можно включить, выключить вот это, например, если вы хотите, чтобы лишнего расхода батареи не было, можно просто выключить. Также включить. Боковые стороны, как бы они ни казались прорезиненными, но материал, конечно, пластика хороший, но это не резина. С одной стороны, это очень хорошо. С этой стороны все текстурировано, тоже с одной стороны, что хорошо, что не скользит. С другой стороны, сюда, конечно, забивается вот такая грязь, что нужно будет чистить все зубочисткой. В остальном, честно сказать, очень удобная, комфортная, небольшая. Она подойдет и для ноутбука, как и взрослому человеку, так и ребенку. Очень удобно. Мы видим, что все крутится, вертится. Итак, это модель непосредственно M170. Что же пишет производитель? Давайте ознакомимся. Ну, во-первых, то, что держит, ловит на расстоянии 10 метров. Это очень хорошо. Батарея. Аккумуляторная батарея. Хватает ее в среднем на 12 месяцев. То есть на год, где-то больше, где-то меньше. И вот такой небольшой маленький адаптер. Очень удобно, очень комфортно и, главное, по приемлемой цене. Вот здесь какие-то наименования производителя. Все написано на английском языке. Сделано Нидерланды. То есть это уже говорит о хорошем качестве. Официальный сайт www.logitech.com. Честно сказать, у меня были много разных мышек, но компания Logitech действительно выпускает на сегодняшний день одни из самых лучших. И вот эту модель, я не побоюсь сказать, что одну из самых, скажем так, успешных моделей. Они и цена, и качество. Да, это не игровая мышь. Безусловно, как бы, если вы хотите для игр, лучше взять что-нибудь посолиднее, но там и цены начинаются от 2-3 тысяч, а то и доходят до 5, и иногда до 10 тысяч. А так, вот для каких-то домашних
каких-то или рабочих моментов этой мышки вполне хватает. Итак, как мы уже говорили, модели M170 и B170 отличаются только цветом. То есть, если M170 она по краям черная, сверху темно-серая, то B170 это абсолютно та же самая модель, просто она абсолютно черная и сверху, и по бокам. Итак, упаковка очень солидная, со всех сторон имеются вот такие защитные, видно, не видно, да, вот кругленькие вот такие защитные пломбы и сверху, и снизу. Это говорит то, что эта коробочка не вскрывалась, то есть вы будете знать, что никто не вскрывал ничего. По поводу брака, честно сказать, я вот у Logitech брака это вообще не встречал, и по комментариям, по отзывам могу сказать, что браков практически не бывает, потому что перед производством компания Logitech все тщательно непосредственно проводят тестирование всей своей продукции, и на полке уже поступают проверенные изделия. В этом плане Logitech тоже можно похвалить, и можно с полной уверенностью брать непосредственно мышки от компании Logitech. Мы видим, что совместимо с Windows 10 и более поздними версиями, версиями Windows 8, 8, Windows 7, macOS, Later Chrome OS. Ну, то есть, в принципе, эта мышка, она подходит универсально. И для домашнего пользования, и для офиса, и для каких-то рабочих дел и так далее. Если, в принципе, теоретически, она и также подходит для игроманов. Но, с другой стороны, это, конечно, не игровая мышь. Нужно понимать, что в игровой мышке там дополнительные кнопочки со всех сторон. Справа, слева они более обтекаемые, они более объемные. Но, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, неудобно. Одно дело, когда очень большая, например, если у вас ограниченное пространство на столе, то это, наоборот, нужно идти к минимализму, к меньшему площади мышки, соответственно, M170 или B170, она будет лучшей в своем классе. Цена, качество. И главное, практичность, и главное, долголетие. Если вы ее не будете швырять, ронять, разбирать, то, в принципе, с ней ничего не будет. Напомню, даже среди дорогих Logitech, у меня несколько было, которые по истечении 6-7 месяцев, там появлялся двойной клик и так далее. Честно вам скажу, с этой у меня никогда проблем не было. И очень хочется надеяться, что она прослужит еще несколько лет, потому что к ней я очень привык. И на всякий случай я все-таки закупил, как бы и заброшу. Я знаю, что как бы, если мне потребуется, или возьму второй ноутбук, или когда я буду ездить на отпуск, и, соответственно, я буду брать с собой именно эту мышку. Еще один большой плюс, то что здесь в комплекте батарея уже есть. То есть вот эта коробочка полностью укомплектована. У вас есть ноутбук, вам нужна мышку, вы заказали, купили, вам принесли, вам не нужно уже париться, задуматься, где купить батарею. Все здесь в комплекте есть. Открыли, поставили батарею и вперед. Если у вас появились какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Постараюсь максимально быстро на них ответить. Ну, а сегодня на этом все. Всего доброго и до новых встреч!